Николай Степанович, вы играли почти все соревнования, на которых я выступала. Международные соревнования на приз газеты «Московские новости», Всемирная универсиада, Спартакиада народов СССР, Чемпионат мира. Абсолютная победительница, как вы уже знаете, стала 18-летняя студентка из Ростова-на-Дону Наталья Юрченко. За первый прыжок Наталья Юрченко получила 9,9. Она прыгнула прыжок, который сейчас назван уже ее именем. Да, очень обидно. Я, конечно, не думала, что получу такую серьезную травму, и что мне придется полгода не тренироваться, потом еще входить в форму. Двойка, можно? Вот когда попросишь вас сделать, начинайте двойки получать. Четверка, можно? Ровненько за руками, девочки. Тройка, можно? Ты сегодня спишь, Света? Четверка с минусом, можно? Выпад большой сделала. Единичка. А пятерки никто не получил, девчонки, а? До сих пор с печак она делать не умеет. Двойка больше. И трус добавок. Следующее. Конечно, трудно входить в форму. И вообще, когда я еще не могла тренироваться, мне все время чего-то не хватало. Даже плохо спала, все время думала о тренировках. Гимнастика – это моя жизнь.
Здравствуйте, товарищи! Приглашаем вас в Лужники, во дворец спорта, посмотреть выступление гимнасток. Сегодня, во второй день турнира на призы газеты «Московские новости», мы узнаем имя победительницы в многоборье. Сейчас на помосте участницы второй смены. Советская команда начнет выступление с брусьев. Нашу сборную здесь представляют молодые гимнастки, но уже имеющие опыт выступлений на крупных соревнованиях. Оценка Ирины Вороксановой 975 баллов. Ну что ж, это хорошее начало. Я думаю, есть на середине. Вера Колесникова. Лишний вес. Надо меньше. Надо на полкило меньше. Нога будет как пушинка, летать будешь, прыгать, как кузнечик. Так что до кубка мы, я думаю, с тобой на ноги встанем. Самое главное, сейчас все сделаем, чтобы был доволен Владислав Степанович Остароцкий. Ему сегодня хорошо все сделаешь, все упражнения, все будет нормально, и два дня он будет ходить веселый. Лет, а мы все делаем и делаем ошибки. А ошибаться ни в коем случае нельзя. Время мало, очень мало время осталось для работы. Поэтому я тебя прошу внимательно, буквально все, что у тебя случается, нужно тренеру говорить. Потому что одну ошибку совершили с тобой на первенце мира. Совершили вдвоем.
Поэтому сейчас ни в коем случае ошибаться нельзя нам. Нельзя. Очень много делаем ошибок. Очень много. Можно, Наташенька. Два прыжка одинаковых. Коротко. По темпу правильно. Значит, по прокидке. Ты же прекрасно прыгала. Что с тобой случилось, а? Почему сейчас ты другое что-то стала выдумывать? Я тебе говорю, колени подтягивать, а ты мне ноги сюда. Я тебе сказал, ноги сюда. Увлекается ерундой, а надо учить то, что нужно. Наташа стоит и не выполняет, а я сказал грубо. Почему ты не работаешь? Ведь Наташа очень культурный человек. И я сказал, почему это не работа, это... Она встала и не работает. И я 30 минут добивался, да или нет, абсолютно ничего. Я не выдержал и ушел с тренировки. Передо мной была личность Наташа Юрченко. Я с этого сделал вывод. Она не любит грубости, она любит человечность. Я пришел на другой день, извинился. Наташа, извини, мне очень тяжело. Она работала так, как никогда я не видел. Мы с твоей
Владислав Степанович, вы играли почти все соревнования, на которых я выступала. Я, конечно, не думала, что получу травму, что мне придется полгода не тренироваться. Я думаю, что это мне, может быть, даже пошло на пользу, так как я отдохнула и морально, и физически. И сейчас уже полная сил готова и соревноваться, и побеждать.